Никаких уроков, только прогулки, игры и встречи с друзьями. Юные одинцовцы отмечают первый день лета и день защиты детей. Теперь место встречи изменить нельзя. Центр притяжения детворы на улице Чистяковой. Новая площадка. Данное место было выставлено на конкурс портала «Добродел», и данный адрес победил в этом конкурсе. Соответственно, площадка построена благодаря Андрею Воробьеву, его инициативе, его помощи. Маруся, 2,4. Больше всего она любит лазить по горкам, играть в песочнице и кататься на качелях. На старой площадке любимые забавы девочки могли закончиться травмой. Теперь другое дело. Впрочем, и тут внимательная мама нашла, над чем можно еще поработать. Внешне и функционально нравится, да. Недостатки, конечно, есть небольшие. Какие? Ну вот, допустим, поставили, смазать, не смазали, качели очень сильно скрипит. Там ступенька верхняя, на которую ножка ребенка опирается, когда он слазит, она полностью загнана под дно. То есть ребенка нет фактически первой ступеньки. Любовь Юрьевна внимательно следит за внучками. Они осваиваются на новой площадке. Теперь прогулки на свежем воздухе будут еще приятнее. Небо и земля сильно отличается. Здорово, хорошо. Очень много детей стало, очень много. То они все расходились по разным площадкам, а здесь хорошо стало. Здесь есть чем заняться и малышам, и тем, кто постарше. Василиса Уголькова первым делом отправилась покорять сам игровой комплекс. Горки, переходы, лазилки. Скучно точно не будет. Если устала, можно отдохнуть на качелях и полакомиться мороженым. Она очень хорошая, мне понравилась. Что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось кататься с горки. А качели? Мне тоже они очень понравились. Детская площадка на улице Чистяковой – первая, установленная в этом году. Скоро праздники для детворы пройдут и в других дворах округа по плану в Одинцово. Должны оборудовать еще 6 подобных игровых комплексов. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».